В эти дни отмечает свой юбилей легендарная актриса, заслуженная артистка Российской Федерации Роза Хабчаева. Всеобщее признание Роза Ибрагимовна получила уже давно, став воистину корифеем Карачаевского театра. Многие ее роли вошли в золотую сокровищницу культуры народов Северного Кавказа. В разное время о таланте Розы Хабчаевой много и восторженно писали, но лишь одну фразу, которую сказал Кайсын Кулиев, хотелось бы привести. Великая актриса маленького театра. О многогранном таланте актрисы маленького театра в материале Беллы Джазаевой. То, что Роза Хабчаева станет первой профессиональной актрисой карачаевского народа и одной из первых певиц нашей республики, чьи песни выходили на пластинках фирмы «Мелодия», было предрешено. Вообще, она во многом была первой. Первой из рода Хабчаевых, ставшей человеком искусства. По ее собственному признанию, петь она стала раньше, чем говорить. Пела она даже тогда, когда ее ругали. И в Ленинград, в Институт театра музыки и кино, она поступила для того, чтобы стать профессиональной певицей. А стала одной из лучших актрис своего времени. Как актриса – это слишком много, и это большое слово. Просто я пела с детства. И под столом пела, и когда побьют, пела. Я всегда пела. В конце концов, я в институт поступила, думала, что там где-то пение будет. Роза Ибрагимовна всегда понимала, что для женщины-горянки профессия актрисы нелегкая. Но и тогда, когда выбрала ее, и сейчас, когда минуло столько лет, ничем другим она заниматься не хотела. И в каждую роль, даже самую маленькую, она вкладывает всю свою душу, делая свою героиню живой и запоминающейся. Получить текст и учить его – это только техническая сторона. Чтобы текст зазвучал, его необходимо одушевить, оживить собой. И это Розе Ибрагимовне удается всегда. Шахарби Магометович Алиев, он написал вот этот миниатюрку. Угу. Говорит: «Роза, сыграй». Я говорю: «Шахарби, что хочешь, делай, я такие роли не могу. Просто не я это». Угу. Вот это не мое. Угу. Никогда не ругалась и никогда не дралась. На сегодняшний день Роза Хабчаева сыграла более 100 ролей. Наиболее значительными и этапными для себя актриса считает роли Аймуш, ушибленная звездой, Белисы в «Хитроумной влюбленной», Айшат в «Огурлу», Аминат «Черный ноябрь» и многие другие. Себя Роза Ибрагимовна причисляет к острохарактерным актрисам. По поводу любимого режиссера говорит: «Все любимые, которые дают играть». Роза Хабчаева – это явление в театральном искусстве карачаево-балкарского народа. Она глыба, она наша наставница, и мы, и среднее поколение, и молодое поколение, мы гордимся и по сей день, что мы работаем, служим театру в эпоху Розы Хабчаевой. Спасибо. Многих лет счастья ей. Мир этой талантливейшей актрисы огромен и удивителен. Она всегда счастлива в своей профессии и всегда безмерно благодарна каждому зрителю, пришедшему на театральное действо. Белла Джазаева, Руслан Харченко, «Вести Карачаево-Черкесия».